Наталья Андреева. Высокий блондин на белой лошади. Книга от начала и до конца – лишь вымысел автора. Любые совпадения имен и событий случайны. Часть первая. От первого лица. Я любила. До сегодняшнего дня моя жизнь была похожа на сотни тысяч других таких же скучных жизней. Хотя она была хуже. Представьте себе самую тусклую, самую неинтересную, самую унылую и пустую жизнь. И она будет моя. Подъем в 7 часов 40 минут утра. Будильник мог бы и не звонить. 5 лет – срок вполне достаточный, чтобы выработался условный рефлекс. Как, впрочем, и для того, чтобы выработался другой условный рефлекс. Вечером каждого дня, предшествующего новому рабочему, заводить будильник. Скажите, зачем мы это делаем? Это и множество других бесполезных вещей. Зачем? Я открываю глаза в 7:39. Через пару секунд звонит будильник. Я нажимаю на кнопку и еще 10 минут думаю о том, что этот день мне не нужен точно так же, как и предыдущий. Но продолжаю делать бесполезные вещи. Без 10:08 поднимаюсь с постели. 10 минут на водные процедуры. В 8:00 завтрак. 20 минут на то, чтобы привести себя в божеский вид. Причесаться, накраситься, одеться. В 8:30 выход в свет, а уж дальше. Дальше мой рабочий день начинается в 10:00. Можно сказать, повезло. Только заканчивается он в 20:00. При условии, что шеф не засиживается допоздна. Иначе я вполне могу выйти из офиса и в полночь. И если вы думаете, что у крыльца меня ждет карета, то это напрасно. Ножками-ножками до метро. Переходы, слава богу, закрывают в час ночи. И тогда уже следует сказать: какая досада! Если ваш рабочий день кончается так поздно, а ехать до дома около часа, понятно, что никакой личной жизни нет. Есть работа. В офисе следует быть без 10, иначе последует штраф. Живу я одна, то есть на свою зарплату, и рассчитывать мне не на кого, кроме как на себя. Поэтому я прихожу на работу без 20. На всякий случай. Вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства. Хотя я ни разу с ними не сталкивалась. Пробок на моем пути не предвидится. 2 остановки на троллейбусе. В случае чего можно и пробежаться. Плюс метро. Но мало ли что. С гордостью скажу, что за 5 лет работы в фирме у меня еще не было ни одного штрафа. 10 минут – это мое личное время. Посидеть в тишине и одиночестве, потому что телефоны внизу еще отключены, и попытаться прикрыть опоздавших. Иногда мне это удается. Что касается фирмы, где я работаю секретарем. Очень давно я получила самое бесполезное в мире, где люди борются за место под солнцем, образование. Уточнять не буду. Я никогда не уточняю дату событий, которые произошли более 10 лет назад. 10 лет. Это срок для меня предельный. А 10, как вы уже успели заметить, любимое число. 10 минут, 10 лет. Все даты своей скучной жизни я по привычке делю на 10. Даже если в результате целое число плюс остаток. Остатком можно пренебречь. После окончания института с этим самым бесполезным дипломом я 7 лет просидела в читальном зале библиотеки, а должна была просидеть 10. Ведь это мое любимое число. Но мне вдруг пришла в голову мысль круто изменить свою жизнь. Так оно и бывает. Мы живем, тоскуем, ноем, а потом вдруг решаем: все, с завтрашнего дня я начну жить по-другому. Жизнь круто меняется, но это только на первый взгляд. Через какое-то время вновь начинаешь тосковать. А то еще и подлые мысли лезут в голову. А раньше-то было лучше. В общем, я бросила работу в библиотеке и поступила на курсы секретарей-референтов. Мне было 28 лет. В группе я была самая старая и самая некрасивая. Мои шансы получить работу после вручения диплома были равны нулю. Откуда-то всплыл 1%, и мне улыбнулась удача. Меня взяли в небольшую, но процветающую фирму секретарем. О, солнце, наконец-то ты выглянула из-за туч. Меня взяли с испытательным сроком в 3 месяца и с самой маленькой зарплатой. Испытательный срок я выдержала.
а зарплату мне прибавить забыли. Шеф вспомнил об этом только через год и, вздохнув, нехотя прибавил $50. Почти столько же, сколько я в месяц трачу на проезд и обеды. Засиживаться-то приходится допоздна, а отпуск и питание в нашей фирме не оплачиваются отдельно. Кто-то скажет, что это называется эксплуатацией человека человеком. Для меня же после 7 лет сидения в читальном зале шеф был не просто благодетелем, он был святым, который презрел убогую. На одни и те же вещи можно смотреть с разных сторон. Выбирать вам. Однажды я сделала непростительную глупость. Шеф задумал изменить условия работы с оптовыми клиентами. Понизить скидку на 0,5%. А на оптовых партиях это солидные деньги. Один из наших менеджеров решил этим воспользоваться и ушел к конкурентам, сообщив им новые условия наших сделок. Я же по простоте душевной перед его уходом дала скопировать всю нашу базу данных, поскольку была не в курсе его планов. Я была предана фирме, которая меня приютила, и считала, что остальные сотрудники также ей преданы. 0,5% стали решающими, наиболее крупные клиенты нас покинули. Шеф был в бешенстве. Хотя, согласитесь, это была его вина, а не моя. Надо ценить сотрудников, а тем более оптовых клиентов. Со мной провели длительную профилактическую беседу. Кроме меня в кабинете генерального директора присутствовали он сам, коммерческий директор, начальник кадрового отдела и начальник службы безопасности фирмы. 4 мужчин объясняли мне по очереди и хором, что такое коммерческая тайна и как надо ее хранить. Перепуганная насмерть, я поняла только одно. Должность секретаря – то же самое, что должность секретного агента. Попав в плен к врагу, надо умереть, но рта не открывать. Отныне даже на вопрос, как называется фирма, в которой я работаю, и чем она торгует, я только мычу и краснею. Вам я тоже ничего не скажу, вот так, хоть режьте. Кстати, вам же интересно узнать, откуда у меня появилось время, чтобы рассказать вам подробности своей биографии. Просто в том месте, где я сейчас нахожусь, абсолютно нечего делать, кроме как вспоминать подробности биографии и выстраивать линию защиты. Это славное место называется следственный изолятор. Ну, вы уже и так обо всем догадались. Это моя первая ночь в изоляторе. В камере нас 7. Сейчас мои подруги, по несчастью, спят. Я же уснуть не могу. Как там говорится? Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Звучит невесело, если учесть, где я нахожусь. Но ведь я не замужем, значит невеста. Так что приснится? У вас, конечно, возник вопрос, как такая тупица и серость могла попасть в тюрьму? Вот это-то я и пытаюсь понять. И, увы, ничего не понимаю. Все началось с моей личной жизни, то есть с полного ее отсутствия. Забыла сказать, я была замужем более 10 лет назад. Представьте себе самую скучную и лишенную романтики историю знакомства и замужества. И она будет моя. Мы учились в одном классе. Мы сидели на соседних партах. 10 лет наше общение ограничивалось репликами. Алгебру, химию, русский сделала? Дай списать. Надо заметить, что училась я хорошо. Он же был двоечником. Что не мешает мне спустя больше чем 10 лет получать самую маленькую на фирме зарплату, а ему ездить на иномарке и вообще процветать. Но это уже другая история. Что касается нашего короткого брака, на выпускном вечере мой сосед по парте расхрабрился, то есть выпил, и пригласил меня танцевать. Поскольку, растерявшись от такой наглости, я не отказала, он расхрабрился еще больше и пошел меня провожать. Вот тут уж я была настолько в шоке, что позволила себя поцеловать. С этого момента он счел, что имеет на меня права. Вскоре его забрали в армию, а я стала писать. Наш роман в письмах длился 2 года, как и положено. Я поддерживала в нем желание выжить, не прибегая к использованию оружия в далеко не мирных целях. Благодаря мне он не застрелился на боевом посту, не сбежал из части, не совершил ни одного неуставного поступка. Любимая девушка ему не изменила.
Было чем гордиться. Вернувшись, мой будущий муж застал меня такой, какой оставил 2 года назад. Честной девушкой. После этого ему ничего не оставалось, как жениться на мне. А мне позволить ему довести дело до конца. Мы сыграли свадьбу, и я стала женой. Первая брачная ночь окончилась к взаимному неудовольствию. Я рыдала, он ругался. Причем ругал меня. Хотя виноват был сам. Это у него не получилось. Так оно все началось, так и продолжалось. Мужем и женой мы все-таки стали. Фактически они на бумаге. Если мужчина всерьез разозлится, он способен на многое. Даже если ему в жены досталась такая глупая, никчемная женщина, как я. Забыла сказать, что являлась фундаментом нашего брака, без которого он не состоялся бы вообще. Итак, фундаментом была однокомнатная квартира моей бабушки. Когда я решила вступить в законный брак, бабушка переехала к моим родителям. Я в ее однокомнатную квартиру, а мой муж ко мне. Через месяц мы поняли, что у нас нет общих точек соприкосновения. Ни телом, ни душой мы друг для друга не предназначены. Мой муж называл меня не иначе, как стервой и неумехой. Жалея денег, потраченных родителями на свадьбу и бабушку, лишившуюся отдельного жилья, я выдержала такой жизни год. Честно сказать, выдержала бы и больше. Я человек терпеливый и неприхотливый. Жила бы и сейчас со своим мужем под именем стервы и неумехи. Но, к счастью, у меня была лучшая подруга. На то они и подруги, чтобы нас спасать. Мы ровесницы, но учились в разных школах, хотя жили в одном дворе. У нее тоже есть однокомнатная квартира ее бабушки. Но в отличие от меня, дурехи, она переселила оттуда бабушку еще до замужества. Она никого не ждала из армии, но это не значит, что ее однокомнатная квартира пустовала. Ко мне подруга частенько забегала поделиться впечатлениями. Когда я вышла замуж, она по привычке продолжала это делать. Все чаще и чаще подруга не заставала меня дома, будто не знала расписания моих занятий. Я училась на последнем курсе и была занята написанием диплома. Она же горела желанием поплакать на моей груди. Повезло, что у меня был муж, а его грудь гораздо шире и надежнее моей. Я приходила домой и заставала их вместе. Они сидели на кухне и пили чай. Надо сказать, что в моей глупой голове не зародилось и тени подозрений. Я не представляла, чем можно заниматься с чужим мужем, кроме как пить на кухне чай. И надо сказать, она тоже была честной по отношению ко мне. Это же надо, выдержала год. Прежде чем мой муж собрал чемодан и переехал в дом напротив. Поняв, что больше у меня взять нечего, подруга перестала ко мне заходить. Таковы они лучшие подруги. Вот она-то как раз и стерва, и неумеха. Без всяких кавычек. Мой муж получил то, что хотел. Благодаря неоценимым качествам моей бывшей лучшей подруги, мой бывший муж моментально очутился у нее под каблуком. Раньше он орал: «Рыжая, у нас грязно, вынимай пылесос!» Или «Неумеха, жрать хочу, неси свою паршивую стряпню!» А сейчас он благоразумно лезет за пылесосом сам. Сам же и пылесосит, сам разогревает еду, а если разогревать нечего, сам же ее и готовит. Откуда я это знаю? От соседок, которые сидят на лавочке у подъезда. Не забывайте, что до сих пор мы живем в одном дворе. А Машка, так ее зовут, любит похвастаться благоверным. Как резво тот исполняет команду к ноге. Об этом знает весь двор. Почему бы не знать мне? Но я говорю это не со зла. У них двое прелестных детишек, и, честное слово, я за них счастлива. Только не понимаю, почему, завидев меня, мой бывший муж тут же отводит глаза и переходит на другую сторону улицы. Что я ему сделала? С тех пор прошло много времени. Я по-прежнему одна. Господи, дуреха, забыла сказать самое главное. А кто это я? Когда муж называл меня рыжая, он нисколько не преувеличивал. У меня и в самом деле рыжие волосы. Рыжеволосые люди делятся на 2 типа. Одни красивые. У них фарфоровая кожа, настолько тонкая, что под ней видно каждую жилочку. А в жилочках видна пульсирующая кровь.